что сегодня, скорее всего, не будет вынесено решение. Я хочу, они 100% чтобы... Конечно, не это было настолько явно. Да, это наши представители. Приехали 80 лет этим людям. Они проработали половину своей жизни на Запорожско-Алипрокатном заводе. Для них не безразлична сегодняшняя доля этого завода. Поэтому они хотели послушать, какое сегодня будет решение. И то, что не приехало 4 ответчика, очень много о чем значит. Значит, уважаемые граждане, уважаемый суд, в мае месяце 2016 года исполнилось бы 100 лет со дня основания Запорожского метизного завода, нынешнего публичного акционерного общества Запорожский сталепрокатный завод. Но завод производил продукции различного назначения в большом ассортименте. Так, например, в сталепроволочном цехе выпускалось 10 видов проволоки стальной, в том числе и сомнённой сварочно-легированной проволоки сомнённой поверхности, которая сугубо целевым назначением шла для машиностроения, авиастроения и для предприятий нефтегазодобывающей промышленности. В цехе металлопокрытия производилась проволока стальная оцинкованная обыкновенное качество диаметром от 3 до 6 мм включительно, а также сугубо целевым назначением производились провода для электротехнической промышленности. В сеточном цехе производилась сетка тканая и плетеная различных видов в большом ассортименте, а также сугубо целевым назначением для предприятий Косатевической и горнорудной промышленности Украины из латунной проволоки производились сета щелевые. В гвоздильном цехе, кроме гвоздей, выпускалась проволока стальная колючая, двухрядная, непосредственно для оборонной промышленности Украины. В цехе моей посуды выпускалось более 20 наименований продукции, которая по своим качествам не уступала образцам зарубежного производства. В середине 90-го года объем продукции составил производство метиза 278 тысяч тонн в год. Производство проводов для высоколитных линий электропередач 13 тысяч тонн. Производство стальной эмалированной посуды 14 тысяч тонн, и на этом предприятии работало 4600 человек. Значит, мы своими силами создавали и социально-культурные объекты. Это мы построили лагерь для отдыха детей, трудящихся. Мы построили базы отдыха на реке Днепр, на побережье Азовского моря. Мы построили 5 дошкольных учреждений, 4 малосемейных общежития, 10 жилых домов, создали большой спортивный комплекс. И мы, как ветераны, смотрели с радостью то, что завод работает, наращивает темпы производства, и готовили своих детей и внуков для того, чтобы пополнять династию рабочих на предприятии. А также надеялись на то, что наши дети приумножат те трудовые традиции, которые сложились на протяжении многих лет. Но, к сожалению, нашим мечтам не суждено было сбыться. Нашлись такие дельцы, которые бросили заводчан в долговую яму банковских кредитов. Далее разворовали имущество предприятия, далее присвоили себе те базы отдыха, которые мы строили своими силами, присвоили себе. И кроме того, чтобы заметать следы преступления, они до конца разрушили всю инфраструктуру предприятия. И на сегодняшний день ваша... ваша честь. Значит, на площади 16,5 гектар красуются развалины и груды кирпича. И разве это порядок? Которые ни копейку не вложили, а
за того, чтобы лично обогатиться, сделали такие операции, вот, которые теперь завод уничтожен полностью. И нигде, я по интернету, мне внук смотрел, нигде, ни на одном предприятии Украины нет такого варварского уничтожения завода, чтобы до основания уничтожить свои инфраструктуры предприятия. Я надеюсь, ваша честь, на справедливость и объективное решение суда. Спасибо за внимание.